Всем зрителям, подписчикам привет! Сегодня будем разбирать, а затем собирать теплицу. Стояла теплица 3 на 2, поставим теплицу 2 на 3. Будет такая же, как вот сейчас стоит, 2 на 4, только коричневая. Все, пока приехали, разложились, начинаем демонтаж, параллельно будем строить торт. Теплицу поставили, закрепили к основанию, все выровняли, накрыли поликом, сейчас его подрезаем, чтобы все было ровненько, красиво. Надеваем профиля и прокручиваем параллельно. Параллельно зашивать сейчас будем двери с форточкой. Закончился монтаж теплицы. Напоминаю, сегодня был демонтаж старый и монтаж новый на ее месте. Была 3 на 2, стала 2 на 3. Цельная дверь с одного торца, форточка торцевая с другой стороны. Каркас теплицы сделан из профильной трубы 20 на 20. Покраска полимерно-порошковым способом. Цвет шоколад. Стоит все на брусе. Брус 100 на 100, пропитан антисептиком, закреплен уголками к шпалам. Поликарбонат 4 мм, 0,7 плотность. Все торцы в профилях. Вот такая вот компактная, аккуратная, арочная теплица у нас получилась. У меня на этом все. Ставьте пальцы вверх, задавайте вопросы, пишите свои комментарии.